Чтобы было видно. Вот такое у нас начало этого видео. Всем приятного просмотра. Фу, устал, я уже устал. Хочу пробовать на второй, пятый, на заднее колесо встать. Не знаю, правда, получится. Вот. Я вообще думаю, что не получится. Сейчас мы их обгоним. Сейчас притормозим. Блин, опять люди. Всегда мешают люди. Так. Я думаю, я уже готов. Так. Слишком тяжело. Надо поменьше скорость поставить. Идут посередине дороги. Просто нет слов. Сейчас. Так, сейчас помедленнее надо ехать. Я думаю, где-то так. Не. Быстро. Не, легко. Сейчас. Ноги болят что-то за сегодня. Хоть мы едем на трейлы, но... Сейчас будем спрыгивать на дорожку. Все меня почему-то боятся. Непонятно, ну ладно. Сейчас мы держим путь к трейлам. Вот. Это, получается, будет первое видео на тех трейлах. Было видео на других трейлах поменьше. Сейчас вот мы едем вот сюда. Думаю, не видно, но сейчас вы все прекрасно увидите. Так, вот у нас начало трейла. Проезжаем. Скорости я тут не набрал. Фух. Надеюсь, камера еще живая. Не очень технично, конечно, но, так сказать, как есть, так есть. Фух, камера жива. Так. Яу! Чуть через руль не перевалился, но это ничего, это очень даже хорошо. Фух, все, тормозим. Гидравлика перегрелась, воняет тормозами. Фу. Фу. Это было потно. Да-да-да. Йоу! Эй! Пап, кстати, меня... Итак, вот мы поменялись велосипедом, я еду на папином, папа едет на моем. В следующий раз мы будем снимать с двух камер. Вот, потому что с двух ракурсов будет намного интереснее снимать трейлы. Вот, поэтому будет намного все интереснее. Связывайся. Вот мы едем. Ой. Ой, я там как-то стоит. Ой. На ходу еще управляю камеру.
тут неплохо. Неплохо. Вообще неплохо. Все практически отвалилось, но неплохо. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. Неплохо, а это плохо. Это очень плохо. Ёпта. Фух. В общем, там сидел какой-то рыбак, я на него плюнул вроде. Я его даже не заметил. Фух. Слава богу, что он не понял это. Я прям харкнул у него. А он ничего, а он спать. Фух. Залетим сюда мы, да. О. Курва. Все, мы уже подъезжаем к дому. Сейчас для вас немножко станта. Ой, ноги все уже не работают. Сейчас МЛ проедем. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут уже можно будет стантить. Оп. Стойте. Четвертую передачу. Если хотите, чтобы я снял обучающее видео, как стантить на велосипеде, пишите в комментариях это.